Напоминаю, ребят, кто смотрит записи, видосики, вы можете смотреть также стримчики, врубать видосик канал, ой, видосик, стрим на канале, на ютубе, на твиче, как по кайфу. Так, поехали. Линия против парадокса Витька. Будут прыгать у нас, значит. Давай сразу убивать крипа, хилищего у них. Ой, зарядил по мне все-таки. Одного крипса всрали бы. Анлаки бывает, конечно. Не получилось пробить. Крипа добить, ну и пофигу на него. Так, хорошо. Где там наш хилищий крип? Сразу пошли к нему. Не попали картой. Анлаки, конечно. Бывает такое дело. Так, хорошо. Добиваем крипчиков. Добиваем дело. Ой-ой-ой. Анлаки. Я еще хрень качал. Она будет, если что, возможность подвыйти. Так, возьму добавочное восстановление, наверное, такую. Хотя пока не надо. Ладно, пока ничего брать не буду. Вроде пока фуловый стою. Вообще непонятно. Они еще крипов всирают. Ладно, если подходить в мили-зону, то да, добавочное восстановление все-таки возьму. И сыграть через мили-зону. Нифига ты на парадоксе, конечно, тип. Да, они очень сильно хотят фармить. Смотрю. Я до крипа забрали. Легенды. Легенды, легенды. Нате. Нифига себе она пролетела. Красиво, конечно. Ух ты ж. Они на меня хотят пофармить? Я вас понял, парни. Я вас понял. Ну ладно. Мы с линии захилимся сейчас быстренько довольно. Не забрали парня. Unlucky вы. Трун-трун. Так, а чё барьер? Какой-то купить барьер. Боевой пока возьму. Постабили немножко. Боевые барьеры всякие. Учитывая, что типы бьют с физы меня. Быстрее захили, считай. Так, все подпробили, отлично. Типчика. Он прыгнуть меня хочет. Типа вот так вот прям. Черт. На витьке. Прыгающий. Че, мне вкачать карту, ему сразу бахнуть и попробовать убить? Не, у меня третьего нету, они меня убьют. 500 хп, прыжок больный будет. Парадокс МБ. А где он вообще? Я его даже не вижу. Так у них хп одинаково, этот ближе. Не, они меня убьют сейчас, я выхожу. А где-то мой барьер. Барьер, барьер. Оп. Угу. Меня очень сильно хотят или тебя? Умер все-таки. Хорош. Ой. Что-то я как-то плохо сделал, ну пофигу. Так, уже два барьера имею, отлично. Линия супер простая, добавочное восстановление хватило здесь постоять.
Хоп-хоп-хоп. Крипа всрали они. Че, не попробовал? Ладно, фиг с ним. Чем хватит урона снять магический щит? Не понял. А что с ними так? Я ультанул, короче, Витьку. У меня хп этого нету. Пуль. А, он умер хорошо. Чё бы собрать-то, а? Чё, фаст рикошеты 6200? Или по-нормальному? Короче, разложение куплю на линию. Буду говном кидаться у них. Накастовывает и попал ведь самое главное. Тыш. Он тоже задонает. А, не. Этому как раз таки пофигу оказалось. Барьера нету. Боевой есть зато. Я ульту вжал. Типа. А у него слаб же есть. Я же могу такое откиснуть. Ну сколько я там Витьку пробил, не знаю. А у него там хп заканчивается. Пол хп осталось всего. Так. Будет мне пытаться? Угу. Попробовал, не получилось. Анлакер парень. Что-то их на линии не слышно. Ну вот лаж, да. А, не. Вернулись. Нифига себе, я черт, конечно, тот еще. Ладно, пофигу. Чертич, конечно, чертила. Та еще. Так, это мне надо. Все надо. А, careful, парни. Они пошли к вам. Миссинг, парни. А, не, все, back. Так, ну я ультанул у него. Выйти не должен. Нифига себе, он огрызается в конце. Ты чуть-чуть не сдох, что ли?
Легенда. Так, Валь купил. Птичку дал. Легенда. Ну, а вот и Витёк. А вот и Витёк. Ух ты ж. Нифига ты, конечно, черт. За ним прям так. Как же ты их хейтишь все-таки, а? Это капец. Интересно, он понимает, что толку нет никакого меня пробивать? Или не особо? Оп. Инфернуса не видно на мапе. Что происходит? Вообще добавочный зря ты не брал. Я бы взял сейчас пару шмоточек. Кто-то знает. Ага, понял. Или ртутку бы взять, да, ртутка поинтереснее будет и заряд добавочный. Мистик импульс это, конечно, хорошо. Но впадло. Так, как будто запушить можно, да? Что там по барьерам? Хорошо. Нифига себе прилетела, конечно, карточка. Бабахнул парень. Бабахнул, ничего, так я вышел, короче, отсюда. Синяя линия пустая, я на нее пойду фармить. Фармить, фармить, фармить. Ага. И ты здесь, тут заточка. Только я не вижу, где он. Не, все, я не вижу ни... Ага, где? Тут где-то. Я минус хил его закинул, он умрет. Я помню, что было с Витькой, ну его нафиг. В прошлый раз. Об Т2, об Витьку идти, к черту. Пусть потратят ультимейт для начала. Я не очкошник, но... Ну его нафиг. А почему они не могут выбрать линию, которую фармить? Почему они бегают постоянно? Зеленую линию. Я прихожу на синюю, там было пусто, там уже 3 человека. Если мне смысл туда вообще переть? Вопрос, конечно, хороший.
Угу. Я умру, да? Да, умру. Не стоило мне его убивать даже. Типа я его убил и получил 1 000 000 урона от заточки. От ножиков его вонючих. Так, ладно, выйду в рикошеты свои. Тем более я даже ничего не задефал. По сути. Плюс мистическое замедление у типа, кстати. Уязвимость. Ну, нормально так в магии выходит парнишка. Магический белочок будет. Это два разменял, хорош. Так, без рикошетов я ничего не фармлю. Надо это помнить. Оп. Так, где можно пофармить? Вот тут вот где-то. Отлично, плюс 83. Замечательно. Блин, иншейд долбить, конечно, сложновато, на самом деле. Чё, зеленая линия? Чё там вообще крипы умирают, не понял. Прикольчика. Как еще получилось, что там крипы умирают? Там линия до сих пор стоит на зеленой. А это наша вроде бы, кстати. Едь. Зеленая линия, желтая линия. Да где фармить-то? Везде фарм есть, офигенно. Оп. Отлично. Витек пришел что-то. О, Витек, вагон. Так, но мне хватает на рикошета. Рикошет, боезапас, скорострельность. Красота. Сивстрайк хватает, тоже классно. На зеленые парни пофармят, я пойду на синюю. Пофармлю там пока что. Оп. Хеза пошла. На зеленую пойти дефать или пропушить самому. Да проще уже пойти запушить. Хотя у меня для пуша нет ничего. Офигеть, кстати. Нехилый у меня такой дэмэдж, кстати. Слилковый недуг, она тоже с рикошетами, кстати. Угу. Интересно. Так, чудовищные патроны, потому что я буду крипов месить постоянно. И что еще? Что еще, что еще? Скорострельность? Пока что. Возьмем так. Потом приду менять шмотки уже. На, Хези отдался, конечно, плохо. На фиолетовую можно пойти пофармить. На фиолетовой. Так, моя задача перефармить или примерно как у Хеза иметь, да? У которой 19 тысяч, есть заточка 23 тысячи, кстати. У которой тоже по какой-то причине немало. Так, а в прошлый раз меня соло Хеза убило, да? Так, получается против Хеза мне 3 спел надо качать, если она будет за мной бегать. Что это, Хеза? А, заточка. Че, ты драться хочешь, типа? I don't know.
Нормально там картами навалил, по-моему. DPS-ов по ним. Что такое? Это же не ко мне, правильно? Ко мне не надо, ко мне фу. Ко мне фу кака ходить. А тут как будто и фармить особо нечего. Надо к вам переть. А, Иви пришла, отпушила. Не, ну это уже поинтереснее будет. Так как подняться-то, а? Офигеть. Хоп, хоп. О, вагончик мой фарм перед. Ой, я упал. Девочки, мы упали. О, бежит. А кто тут еще? Он же не один здесь? Чё-то я не понял. Что за пробития были? А, это, наверное, горел, скорее всего. Ладно, этот вряд ли будет дальше добивать. Этого впадлу будет. Так, вот эту шнягу, отлично. А, урна, точно. Понятно, понятно все. Урна, значит. Так, дальше ульту, наверное, вкачаю. До Талова. На возможные массовые файты какие-то. Такс. Что мне взять бы? О, там типы, кстати, вчетвером. Может, БКБ? Хотя мне лейстил какой-то надо. В прошлый раз меня Хеза убила в соло. Что у меня никакого лайфстила нету. Лайфстилы. Лайфстилы, лайфстилы. Мистическую уязвимость взять. Хорошая вещь. Так, мне надо ульту вкачивать. ГГ мальчику. Ура. Так, Хеза есть, да? Чего Хеза? Вуаль, кстати, у Хеза есть. Ух ты ж. Мидбосс, парня. Пошли. Даже наш, ничего себе. Команда легенд. Ура. Так, что бы купить? Мистическое воздействие это. Как оно называется там? Растущее воздействие. Возьму его Spirit Life Steel, наверное. Я буду очень сильно хилиться именно с него. Хотя можно вместо добавочного остановления Bullet Life Steel пока что взять. И на этом остановимся. Так, пропушу фиолетовую плюс желтую быстренько.
Оп. Так. А желтую вы пропушите? Да ладно. Тогда фармить. Фармить то, что дают. Тут фарма тоже нету, да капец. Где фарм-то? Ух, фарму хезы отжимать надо. Вот так надо фармить. У хезы нету БКБ никакого. Курсы тоже нету. Before us. Че, купить БКБ, чтобы меня не могли убить? Просто по приколу. Вроде БКБ Spirit Mosh там дает 12 штук. Тоже довольно неплохо. Кто так фармит? Не понять. Кто эти люди? Фармят как черти. Охренеть. Ну да, надо БКБ купить. Меня за контроль убили. Ну, по крайней мере, они на урну не пошли. С понятного. Они убили меня, но они урну просрали. Я вообще не думал, что они будут, ну, типа, за мной идти. Окей, пошли, фиг с ними. Черти. О, вагоны проблемки. Вот за мной тоже пятером пошли. Они, смотри, уже собрались. Надо БКБ в любом случае здесь покупать. Там слишком много всякого дерьма, которое надо как-то пережить. Я бы хотел, конечно, кровопийцу купить, но нет. Толку от него никакого нету, от кровопийцы. Когда ты даже удар не сможешь нанести. Виска, там много ультов еще все еще есть. Такс, фармить. Керри героя, Керри. Это что такое? Это Витек? Минус Витек. Так, надо к БКБ подойти купить в лавке. И можно хоть один ВС всех идти. Всех килять там. Все, БКБ купил, отлично. Это что такое? Это крипы, да? А, на пойду линию пропушу. А, тут тип уже пошел, ну ладно. Можно купить инвиз, курсу, идти делать жестко килы. Ну, еще, правда, 12 тысячный торс, но это не важно. Это фигня все. Оп. Что там? Проекция разума. О, БКБ купила, кстати, Хеза. Она меня перебьет. Курсы нету ведь еще. Надо метал скин купить у нее. Замедление у нее нема.
Я бы Metal Skin хе закупил бы пока что. Хоп, хоп. Опа, нашел Хезу. Где она? Careful, Хейс, ульт. Умерла. Не, ну так, конечно, если играть она будет, это забей. Ладно, пофигу, фиг с тобой, живи. Это что такое? А, это наша? Так, я больше не могу так играть. Я поаккуратнее сыграю. БКБ уже нету. Надо, чтобы команда впитывала кнопки, а я дамажил. Команда впитывала кнопки, а не я. Где она? Подожди, так вы только что были тут. Господи, как я на карту хорошо смотрю. Я смотрел, команда только что тут была. Ее уже нету. Она типа вся от Виси сдохла? Или от кого? Вагон, вы от кого сдохли? Вы что, только что тут были, я смотрел? Вы были. У вас уже нету. Вы были спереди меня. Офигеть. Это как вообще так произошло? Витек, походу, постарался. Двое было. У вас было там кто-то из команды. Вы сдохли за секунду, оказывается. А на анлаке. А, у меня БКБ есть. Не знаю, купить Metal Skin, не купить, скуш он там. Скоростление, спирит, мощь даст. Не даст возможность меня зафокусить быстро. Давай Metal Skin возьму. Хорошая вещичка. Хорошая вещичка, хорошая. Замедляющие чары возьму пока что. Ой-ой-ой, я лечу к вам. Что-то там у пацанов проблемы. А-а-а. Это такой байт так называемый. Мираж за нас играет. Чё? Что меня подняло? Воздух? А, на пофигу пока что. Это что такое? Я, конечно, БКБ нажал, но... Я вниз спустился пока что. А, тут Иви насрал, я понял. Не, когда Иви насирает, это, конечно, неприятно. Позиция говно. Они сверху, мы снизу. Да и за что файт непонятно. За респект здесь именно. Лайфстил с оружия очень маленький. Мало дэмэджа. Какой-то глазканон, либо вампирик бурст. Надо бы купить. Либо если вообще специфическое приполнение. Учитывая, чем я дамажу обычно.
Ну да, скрутическое приполнение будет шикарно. Что мы хеза? Курса. Вот это плохо. Мне инвизик надо бы купить. Ты пятую кэша класса сломать было бы. Что и делаем мы. Че, у него замедления какого нет? Есть итёк с ультой своей. Га-га, да. Не сделали они по итогу. То есть они что-то ждали и все. Дождались. ГГ, парня. Удачи, давайте, Сайди, кусай. Нормас, ник. Забавная. 25 тысяч дэмэджа внес по героям. Как и вы, оказывается, хотя всю игру фармил. Интересная ситуация. Бля, опять вагон там 16-0 бегает. Легенда. 20 тысяч по постройкам. О, это я, кстати, это Ирасик, если что. Хеза в лейте будет сильнее. Ну да, Хеза в лейте оказалась сильнее. Прям намного. Но она курсу, кстати, купила. И БКБ. Две шмоточки таких неприятных. Но она хрень, типа... Они фармили все. Она накупила немножко скорострельности. Ну ладно, немножко, и все, и... Что-то длительность зачем-то купила. Ботинок купила. Ботинок. Длительность за 4000, это, конечно, умом. Я северу игру сделал. Север это кто? Север. Эталон. Севен. 53 тысячи на Творсу, парня. Легенда. Ну, не знаю, у меня основной урон, это, наверное, карты. Сейчас гляну. Да, это карты. Я понял, я просто сижу сдалека, настреливаю. И выбрасываю карты сдалека. И они все летят и очень много дэмэджа вносят. Эти карты. А я сдалека сижу, попукиваю сзади. И по кайфу. Хороший герой, мне нравится. И в упор не надо подходить особо. Бегу и валю. Легенда. Лучший кирилл на планете.